Приднестровье отметят 25-ю годовщину начала миротворческой операции. Дату праздничных мероприятий обсудили на очередном заседании Объединенной контрольной комиссии. Приднестровская делегация предложила 29 июля. Стороны взяли эту дату для изучения, и, возможно, на следующем заседании Объединенной контрольной комиссии мы примем, значит, уже непосредственно решение по дате проведения данных мероприятий и, наверное, все-таки дадим поручение Объединенному военному командованию и соответствующим структурам в рамках подготовки соответствующего плана этих мероприятий. Напомним, именно 29 июля 1992 года российские миротворцы вошли в зону безопасности Молдо-Приднестровского конфликта. Сегодня миротворческая операция в Приднестровье международными экспертами признается одной из самых успешных. За эти годы не было зафиксировано ни одного вооруженного столкновения.